Ёшкин кот, какая красота сегодня. И не так вот на березках выступил. Ну, вообще, бесподобно. Вот выезжаю из станички. Вот она, наша стелочка. Такая красивая. Все, вот встречные ребята едут. А мы едем порыбалить сегодня. Чуть-чуть окунька половить. Как говорится, лишь бы дома не сидеть. И ни души, и ни следка ни одного. Никого не было. Красота. Кто понимает, конечно. Снег похрустывает, так прикольно. И какой-то вот зверь бегал. Зайчик ходил. Ну, будем пробовать. Борем луночки. Я сразу убираю снег, чтобы не цеплялась леска потом. Все. Еще хотелось бы перчатками похвастаться своими. Это мне Санек привез с Ростова. Вот здесь русалочка. Написано Old Spice, что ли, на них. Фирменный, что ли, не знаю. Санек, он любит всякое. А тут кораблик такой, бригантина. Ну, короче, модный я пацан. На рыбалке надо быть модным. Рыба, она чувствует. Ну, вот блесна SS-20, которую я уже рекламировал. Как сказать, ничего кроме рекламы, да. Вот сейчас я опускаю в луночку ее. Что, прошло где-то часик. Как говорится, время пить кофе. Но у меня кофе нету, у меня чай. Сегодня я взял с собой. Это вот как бы радует. Ну, так вот немножко окунька я поднакрошил. Работает, конечно, хорошо СС-27. Но ставил я и калединскую блесенку. Она немножко мне показалась похуже. Но тоже ловит, в принципе, калединская. Покажу потом фотку. Еще хотелось бы по поводу бура сказать. Наконец-таки я добрался и взял вот эту всю фигню, которая была там слаживающая, которая гнулась постоянно. Убрал, поставил трубку такую на, не знаю, это, наверное, на 1.5 дюйма. Вот так засверлил ее и стянул болтами, и там внутри соединил, ну, сказать, в шип, тоже подметил там у фирменных буров. То есть даже если будут разбалтываться отверстия, все равно там шип внутри, сам бур соединен, и он все равно будет бурить. По крайней мере, ничего не бултыхается сейчас, как было. Сверлишь непонятно как. Ну что, чаек, господа. Раз. И льем. Вот даже кто-то звонит. О, Оля Зинченко звонит. Надо ответить. Оля Зинченко. Красивая девушка. Сейчас мы ей ответим. Спасибо тебе, прудочек. Все. На гору поднялся. Высоковато тут. Спускаться, конечно, не стал.
машина-то, легковушка. Хорошо у кого. УАЗы, Нивы. Это да. Ну все. Может, песню еще спою по дороге. А может, и не спою. Ну что, песня традиционная на закате. Из-за острова на стрежень, на простор крутой волны выплывали расписные стеньки разина челны. Выплывали расписные стеньки разина челны. Ну все. Пока-пока.